много! Но! Их много, но! Все, просто потихоньку будем сейчас со всеми. Все хорошо! Все нормально, пацаны! Парни! Ну, суть по времени, пацаны уже должны были подъехать, как всегда. А, не, а вот здравствуйте, здравствуйте. Я горю. Это что такое? Ты где, проститутка? Вы кто такие? Вы, пацаны, где я? Пацанов ждал, вы кто такие, я не понимаю. Мы твои тёлочки. Значит так, блядь, бабки, гони нахуй. Монтировку убери! Это что такое? Ты сейчас, блядь, перо под ребро. А ты точно? Давай, подожди, бабки, а вы точно договорили? Тихо. Короче, пацаны, всем привет! С вами сегодня, как всегда, Копи. Со мной сегодня Андрюша Индифай и Макс Фреш. И мы продолжаем играть на первой серии размеров GTA 5 RP. Че, кого, бро? Семью, пацаны. Значит так, пацаны, давненько у нас не было догонялок. Поэтому пошлите за мной, я вам покажу сегодня, на чем мы будем с вами удирать. Призовой фонд сегодня 750 тысяч баксов, но, скорее всего, у нас будет два раунда, поэтому призовой фонд будет у нас 1.5 ляма. Бля, очень мало. Вот, на первом раунде у нас будет вот такая вот отчила. Посмотрим, что из этого получится. А что делать-то надо, блядь? Сейчас, ну, я буду ждать объявления, когда администраторы расскажут, собственно, о мероприятии, которое сейчас будет, и после этого мы будем угонять. Расскажи, что будет. Кому-то нужно просто сесть в машину, тот, кто первый садится в тачку, тот получает 750 тысяч баксов. Все. Блин, Андрей, не помнишь, где я похожее видел? О-о-о! Так, уважаемые игроки, сейчас состоится спецмероприятие, спонсора которого является, ну, как бы я. Вам нужно найти в штате лимузин, хаммер в раскраске Тоуры и сесть в него. Призовой фонд 750 тысяч баксов. Я не знаю, сколько мы продержимся на машине этой, потому что на хаммере, я не знаю, он особо не валит. Максимум едем 150 км в час. 600 человек на сервере сейчас онлайн, потому что мы записываем ночью, поэтому людей поменьше. Олег, надеюсь... ты видишь, что у меня в левой руке? О, нас уже нашли, Соля. А что у тебя в левой руке? У нас тонировка, брат. А что? У меня граната. Какая граната, Макс? Какая граната? Так, нет. Я не буду прижиматься. Я не буду прижиматься к обочине, но. Бля. Да. Уезжай, я гранату кинул. Какую гранату? Ты что? Какая граната? Ты чё, Вася? Куда ты едешь? Куда? Так, нам по-хорошему выехать на шоссе. Чё, Андрей видел, друг? Ой, простите. А я нормально сейчас, так что с твоей игры чуть инкассатор не упал. Да я случайно же! Я здравствуйте. Красавчик, я здравствуйте. Все, ладно, давайте выйдем на шоссе. Я надеюсь, что там что-то нас уже хоть кто-то найдет. Ага, пацаны, а по-моему за нами уже погоня. Там, если назад посмотреть, то, по-моему, за нами сейчас уже будут гнаться. Да, там уже и Макларен разворачивается, понимаю! А кто, что это за женский голос, я не понимаю. Да, и какой-то детский голос слышал. Да. Тихо. Хуя, бля, пацанчик. Тихо. Давай. Так, парни, пристегнитесь. Пацаны, реально лучше пристегнуться сразу. Да. Но. Все, 750 тысяч баксов, это большие деньги, поэтому, парни, сорян, но по-другому никак. Тем более, мы едем на лимузине и едем максимум 150 км в час. Тихо. Дмитрий, ну куда? Зря, пизда, все, ГГ, нахуй. Нормально. Ну зачем ты ехал, надо было их повстречу. Да все нормально, погоди, что ты начинаешь-то, а? Тихо. Ну все, пизда нам. Да все нормально. По толпу гранату хуярю. Да какая граната под толпу? Так, тихо. Пацаны, спокойно. Без паники, все. Их много, но! Все, просто потихоньку будем сейчас со всеми. Да Роллс-Ройс непробиваемый вообще никак! Тихо. Пизда. Это проеб. Нет. Ой, все. Нет. Мы зажаты. Нет, они зажаты, мы! Все нормально! Все нормально! Я не переживаю! Я ни капельки не переживаю! Все хорошо! Все нормально, пацаны! Парни! Пацаны! Чуваки, я не знаю, тут какой-то беспредел начинается нереальный просто! Все, ну дайте уехать, пожалуйста! Пацаны, вас. У меня почему у меня две девушки орут вообще в машине, скажите, пожалуйста. Мы же, блядь, скины бабы. Так, вообще по-хорошему подальше. Мы сразу должны снимать, я прикинь. А вы назад посмотрите, пацаны. Вы назад просто посмотрите на секундочку. Да, пиздец. Я не могу развернуться даже. Я просто могу максимум, что я могу, это ехать прямо все. Ну что вот это такое? Как вообще люди могут. Как люди смогут сесть в машину, если она. Ну это же бред, это же невозможно. Ты там над тобой машина через крышу летела, блядь. Да дайте мне в обратную сторону развернуться, пожалуйста.
Не, все, это ГГ, это забейте. Это вообще забейте. Так, ладно, окей, хорошо. Понимаю. Давай, давай, давай. О, все, найс. Прохотил. Найс, найс, найс. Все, вот сейчас вот сюда. Просто, чтобы вы понимали, парни, эта машина, она вообще неуправляемая. Прям вообще, не-не-не. Да куда же вы, да куда? Ну, да проект, что такое-то? Спокойно. О, выходим. Тихо, 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 я его задавил сейчас. Я вам говорю, о, стоп, 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 стоп. Едь, газуй, о. Хорошо, 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 хорошо. Нет, вот это плохо. Ой, все, 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 все. Не-не-не-не-не-не-не-не. А, так это бежит. Не-не-не-не-не. Так надо петушара. Давай, скидывай, скидывай меня, скидывай назад меня, давай, вниз. Ну, давай. Там кто угодно вниз летит, но не ты, блядь. Так да, в этом-то и проблема. Ты сам газу за нам управляй. О, ой, блядь, это что так? Найс, 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 очень хорошо. Очень хорошо. А, встречает уже. Хорош. Хорошо. У меня уже все, у меня тут все лагает, пацаны, у меня дороги нету. Бля, потому что людей очень много. Извиняюсь, простите, не хотел. Да что? Да дайте вниз упаду сюда. Клоуны ебаные, блядь, нахуй вы дебешите, шлюхи. Так, тихо, тихо, тихо. У нас уже, понимаете, у нас салон тут столько дырял, у нас двери. Это моя Тесла стоит. А что она здесь делает? Просто припарковал ее. Я не надеюсь, знаю. Она тебе помешает, ты проиграешь. Я не... Блин, пацаны, эти тёлки в машине орут просто как ненормальные, я не знаю. О! Кто орут? Блять, Олег, ну реально. На ваши скины, вперёд, ваши давай. Персонажи! Давай, нам перекатывайся! Падом, давай, 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 давай! Право, нам падом, хуярь! Хорошо! Хорошо! Красиво, красиво! Все! Все! Поехали в канализацию, пацаны! Я не знаю иначе, что делать еще, реально! Олег, ты нас к себе домой ведешь. Какой ты еще? Телепорт ниндзя. Какой? У меня вся карта лагает, я не знаю тут. Да, лагает. Тихо. Все, ну мы хотя бы, понимаете, все, отъехали от всех. Ты что, ты... Если далеко куда-то заедешь, я туда тут уже не выйдешь, мне кажется. Откуда? А в канализацию, но мы туда не поехали, в другое место поехали. Не-не-не-не-не-не. Мы сейчас заедем вот, все, ну конечно. Зря, да. Все, га-га-га-га. Да, я не знаю, как мне выехать, а что-то я могу ехать только прямо и все. Оно вообще не поворачивает этот лимузин. Сейчас едем, поднимаемся вот здесь. Олег, вот. Олег, знаешь, куда едем? Куда? Иди наведи суету на БУшке, бля. Не-не-не-не-не, парни, у меня, не, да там крашнется все, не, я не поеду туда. Ладно, ладно, давай к Рокетам заедем. Не-не-не-не-не. Чтобы их там всех задебешило, блядь. О, к Рокетам была охуя. Прикинь, всех задебешило там. А что, Я выпал из машины. Садись быстрее. Давай, давай, давай. Не-не-не-не. Быстрее, садись, быстрее, быстрее, быстрее. Да сядь, блядь. Давай, давай, давай. Нормально, нормально. Все, поехали, поехали. Ой. Нормально. На, нахуй. Да куда это? Да что ж вы... Ой, все. Ой, да. Вот, Андрей, ты понимаешь, сколько мы сейчас потеряли из-за тебя? Вот ты что, из тачки-то вышел? Да я нечаянно выпал. А как можно нечаянно нажать на F? Как? Надо было нажимать. Едем, едем, давай, едем, Олег, едем. Вниз падай, снова вниз падай, снова вниз падай. Сейчас, 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 сейчас. Олег, да этот, да этот Rolls-Royce непробиваемый вообще никак. Катись, катись, а мне интересно, когда у нас машина задымится? Олег, по пингу надо резать. Да я понимаю. На, вот на, это как будет. Сейчас вообще? Давай я напишу админам, чтобы починили. Да не на, не. Продолжать. Да не, чинить нельзя, чинить нельзя, чинить нельзя. Да, 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 да. Просто, ну нормально, нормально, держимся еще, держимся. О, вертолет! Если тачка начнет дымиться, я просто остановлюсь, чтобы она не взорвалась. Олег, вертолет в воздухе, тарарарарам. Понимаю. Если черный джип начнет качаться, то просьба не стучаться. Ой, мини-купер минус, мы тоже минус, нет, нормально. Блин, вертолет сейчас взорвется, он уебется там. Давайте, тихо, тихо, тихо. Мужики, давайте, как раз. Не надо, не надо, не надо. Спокойненько. Спокойненько. А, ну там нас вытолкнуть в океан. Ой, блядь, как неприятно. Не вытолкнут, не вытолкнут, есть план. Реально. Или нет плана? Ну все, это ГГ, Олег, блядь. Где план? Давай, где план? Рубай план. Да не ГГ это! Вот план. Олег, давай наебываем здесь сюда, красиво. Вот, поехали обратно. Все, сейчас вот так вот по кругу и будем кататься. Так, я не знаю, надо выехать как-то отсюда. Надо просто... Выехать, да. Вот, Понимаю.
Короче, чуваки, раз уж мы взорвались, и меня просто сразу закинуло в больницу, в общем, мы так подумали и решили реально сделать просто второй раунд, увеличим банк на 1.5 миллиона баксов, просто возьмем какой-нибудь инсурник, который вообще не взрывается, и продолжим уже на этой машине. Вот, ну потому что по факту никто не сел в тачку, она просто взорвалась. Все, парни, мы готовы. Мы взяли бронированный инсурген с пулеметом и призовой фонд 1.5 миллиона баксов. Я хочу напомнить вам, что вы всегда можете поддержать нам, играя на нашем сервере, на первом сервере в мире GTA 5 RP. Не забывайте вводить... Я имею в виду в том смысле, что мы здесь играем. То есть в этом смысле. Не забывайте вводить наши промокоды при регистрации, тем самым вы реально очень сильно нам помогаете. А поехали в другой город за Челядом? Сейчас. Вот, пацаны, короче, нажимайте просто, заходите на сервер, нажимайте на F2, реферальную систему заходите, здесь куда кофе, или PLNQ, или вы можете поддержать наших пацанов. Короче, ваша поддержка реально очень сильно нам помогает, так что, пацаны, мы вообще без нее никуда. Инфу по нам дали, так сказать, бля, на сзади. Олочку. Олег, скажи огонь, я его положу. Хорошо, Макс, хорошо. Зачем? Его просто толкаешь машину. Андрей, скажи ты или огонь, я его положу. Но! Это что? Макс, огонь по всем, кого видишь, всех разгибает. Мне прям совсем не нравится. Все, огонь, нахуй. Тихо. Куда тебе собрались? У него, кстати, блядь, броня есть, нихуя. Какая? У него? Да, у него у чела броня. А, Макс, нет, я не... Ладно, хорошо. А ты его, Олег, зачем толкать, что он не участвует? А, ну, он не участвует? Ты в лобаш прилетаешь, чтобы люди убирались? Давай в лобаш. Ментов, блядь. Нормально вообще по кайфу. Нам под 8, либо пятерку жми, чтобы они останавливались. Назад, блядь. Нормально. Себастьян, блядь. Нормально вообще. Так, ладно, сюда давайте съедем. Бля. Красиво ты залетел. Вообще пока. Бля, так, Rolls-Royce не надо. Rolls-Royce этот бронированный, да как его снести-то вообще? Тихо, ну все, начинается каша. Ну не, мне кажется, за 1.5 ляма сейчас битва еще жестче будет. Бля, чем 750 было. 100%, пацаны. 100%. Бля, за 1.5 ляма можно по нему пострелять, на самом деле. Да не. Да, они понимают, они не сядут просто так в машину. Они даже если будут выходить, их сбивать будет. Тут такое мясо будет сейчас. Красава, Олег, да, смотри. О, Кирюха, привет. Да, бля, понимаю. Вот, кстати, Макс, по Кирюхе можешь пострелять. Андрей. Я поеду, пожалуй, туда, там все-таки поменьше тачек гоняет. Я просто не хочу мешать игрокам, которые просто выполняют свою роль на сервере. Там тачка взорвалась сзади. Уже? Блядь. И мамы чуть не перевернулись. Давай. Надо понимать, я могу вот так на месте стоять просто, мы будем... Что да, за летающие машины? О, на заправку поехали. О, давай. Я хуярю, да блядь. Так, я нормально. Не могу, Макс. Блядь, долбою. Пизда. Взорвали нахуй, заебись. Все, сейчас никаких заправок, никаких взрывов, вообще ничего. И я надеюсь все-таки, что мы уже найдем победителя. Я бы на месте полицейского даже близко бы не подходил сюда, реально. Да, Олег, с пулемет разбей ему карьеру. Да, не надо. Что он там говорит, нахуй? Он говорит, прижмите к обочине. Да нахуй. Понял, принял. Ебал, да, парни, здесь, конечно, такой... О, опять этот Rolls-Royce. Понимаю. О, пиздец, зачем они... Застряли, что ли? Да нет, нормально. Они как кегли друг друга убивают. Смотри, сейчас тачек много соберется, можно будет просто на месте встать. Там уже кто-то из тачки выходит, смотри, его сразу же задавили. Конечно, полтора миллиона. Я тебе говорю, нельзя, блин, ебают. Еще минута две покатайся просто, и можно будет просто на месте остановиться, и все, и там уже реально кто первый сядет. Просто здесь сесть в машину будет практически невозможно реально. Все, если кто-то сядет, сразу скажите об этом. Это увидишь. Я стою, вижу, я ничего тут... не делаю. Ну вот, все, просто стоим на месте, Ладно, на газули немножко. Вообще, нажать, просто, блядь, даже не газуй, вообще просто отпусти. Я тебе отвечаю, Макс, в тачку все, никто не сядет. Не в тачку никто не сядет, я тебе серьезно говорю. Там это что-то мясо, что за. О, Олега, вы. Я вылетел из тачки! Бля, вроде подкатываюсь, Олег, ой, вон. Ой. Это ты бежишь? Да. Ой, как страшно-то! Ой, как страшно-то, пацаны! Я буду играть, если я сейчас сяду, а никто не сможет сесть. Давай! Ты где? Вот, вон, да, слева. Садись. Да как тут сесть? Это невозможно. Тут невозможно сесть! Это нереально сделать! Я вам серьезно, так зачем меня давить специально? Я бегу, пацаны! Я в кузове! Тебя убили, все, походу, забей. Да? Я живой, что? А ну нахуй. Как можно после... Подъедь к шарику оранжевого, Макс. Да какое, блядь, я меня тут...
Ну вот, давай. Нахуй Олега сбил. Я такси в него отправил. Давай, Олег. Давай, Олег, блядь, такой момент. Сел к вам, сел к вам. Я выиграл, пацаны. А ну все, ты записал? Да не-не-не, да пусть кто-нибудь сядет. Все, пусть кто-нибудь сядет, правда. Почему я снова сюда сел-то? Вот, смотри, перед нами отель, просто врежься в него и стой вот. Там люди только из бани. Или там бассейн, по-моему, был с углублением. Да, давай. Вот туда заедь просто, да. Где-то здесь. А где? Вот справа. Все, заедь сюда, все, и вот здесь стоим, все. Ну пусть кто-нибудь сядет уже, пожалуйста. Давай Дмитрий, походу, сейчас сядет. Не знаю. Нет, смотри. Смотри, сел кто-то, нет? Кто-то сел? Да, сел. Иван, все, Иван первый! Все! Наконец-то! Я закрыл ее. Я сел. Наконец-то, все, Иван первый. Ну, я закрыл машину, все. Так, здравствуйте, Ваня, здравствуйте. Перо подребро. Поздравляю. Тихо. Поздравляю вас, значит, вы выиграли 1,5 миллиона. А это кто такое? Спасибо большое. Я вот как раз свой Лего уже выигрывал. Вот, а где ты выиграл? Давай, разберись с ней, Андрей. Ты помнишь, на бунтайке катался и взорвался? Вот. А, да, все, помню. Я тогда на гелике подбежал. Все, да, я помню. Так, ну давай я тебе тогда отдам приз. Красава первый набежал, молодец. Сейчас отдам. Давай. Все, 1,5 миллиона, деньги переданы. Все, поздравляю вас, значит, таким выигрышем, так сказать. Пучку пожму? Конечно. Поздравляем вас с победой, еще вы получите передачу 2 телочек. Да, вот можете еще собирать вот этих 2 прекраснейших дам с собой, ну, как бы, это тоже приз. Можно. Так, ну все, чуваки, наконец-таки все это закончилось, это реально было слишком жестко, все, администратор объявил победителей, значит, Иван Игнатьев победил, поздравляем его еще раз. Все, я надеюсь, вам понравился этот видос, это было супер долго и супер жестко, сначала на лимузине, потом на инсургенте, но получилось реально очень круто, мне очень понравилось. Все, пацаны, надеюсь, вам понравился этот видос, не забывайте подписываться на канал, все ссылочки находятся в описании, не забывайте ставить лайки под этим роликом. Спасибо большое, было очень приятно. Не забывайте вводить наши промокоды на первом сервере мира в GTA Peter Pay, этим самым вы реально очень сильно нам помогаете, так что, пацаны, реально, ваша поддержка нужна как никогда. Все, парни, на этом сегодня все, с вами сегодня были, как всегда, Кофи, Андрюша, Антифай, Макс Фреш, все ссылочки находятся в описании, всем до скорых встреч и всем пока. Пока.